Здорово, Тёмыч. Ну чё, готов к новой истории? Готов. Я думаю, там будет ждать нас что-то очень интересное. Это точно. Ну, погнали. Кстати, по вещам все взял? Да, конечно. Отлично. Отлично. Ну, погнали. Мы наконец-то купили новую тачку. Нацелено вообще разобраться с тем, что там происходит. В общем, мы у того самого леса. Ты видишь? Какого-то животного или что? Как ты думаешь? Получается так, Диман, ты видишь, кровь еще как будто как свежая. О, черт! Блин, познакомься. Приятно. Невозможно описать словами. Я видел человека, то ли зверя, то ли человека, который собственноручно вырвал череп из волка и нацепил на себя. Он прям голыми руками буквально его. Жена в слезах, дочери нету, не знаю, что делать. Когда мы вернемся в дом, спросить у Ромы, почему то или иное место он помечал. Тёмыч, он здесь! Блин, Тёмыч, так нечестно, я тоже хочу в GTA-шку поиграть. Ребят, пока есть связь, пока есть интернет, Диман водит нас по магазинам, готовимся к поездке. Я играю в GTA с адресом онлайн РП на телефоне, на третьем сервере. Все тоже туда залетаете, думаю, сейчас Диман тоже составит нам компанию. Я как только закупимся, Тёмыч, сразу залечу в GTA-шку. Да. Встречаемся в нашем районе домиков на деревьях. Ребят, уже много раз вам рассказывали, много подписчиков встречали нас там, часто проводим какие-то конкурсы. Вот буквально в последний момент, в последнее время у нас была идея разыграть 3 миллиона игровых рублей. Да, скоро сделаем. То есть 3 человека получат по миллиону игровых рублей. И, конечно, не забывайте о том, что, несмотря на то, что вы там еще только хотите залететь в игру, у вас уже будет крутой бонус, потому что мы с Диманом специально выбили для вас крутейший промокод ZebraGTA. Единственный, ребят, среди всех блогеров, реально, промокод ZebraGTA. Когда вы его введете, вы сразу же с самого начала игры получите не только 120 тысяч игровых рублей, но и Nissan GTR. Сразу же, ребят, вы сможете испытать этот крутейший спорткар на себе. Блин, все, кто с нами играет, это огромное количество наших подписчиков. Не дадут нам соврать, то, что это реально тачка достанется сразу же вам, и вы сможете получить огромное количество эмоций. Сейчас мы с Диманом влетим в какую-то зону, когда мы не сможем находиться в интернете. Нам нужны люди, которым мы будем доверять, которые будут держать нас, наш район до того момента, как мы вернемся в эту игру, а это произойдет очень и очень скоро. Поэтому, ребят, залетайте, не забывайте вводить наш промокод, не забывайте о том, что мы с Диманом разыграем 3 миллиона игровых рублей, которые могут достаться прямо тебе. Да, ребят, ссылочка на совершенно бесплатное скачивание игры будет в описании. Качай, ты точно кайфанешь. Присоединяйся вместе с нами в эту крутейшую игру с нереально крутым миром. Поэтому, ребят, всех вас ждем. А я сейчас, Тёмыч, хочу уже прокануться и залететь в GTA-шку. Поэтому, ребят, мы вас всех там ждем. Все, так и сделаем, Диман. Ну что ж, ребят, как вы поняли, мы наконец-то купили новую тачку. На этот раз это полный привод 1.8 турбо. Надеюсь, она нас будет всегда выручать. Эта тачка полноприводная, поэтому она сможет очень круто выкапывать нас из любого места. Мы в дальнейшем это, естественно, протестируем. Особенно с такой погодой. Я думаю, Тёмыч, мы очень скоро попадем в какую-нибудь такую местность, где будет огромнейшее грязище, и нам придется на ней копать. Поэтому, ребят, посмотрим. Очень вовремя, очень вовремя. Диман, а ты специально выбирал, чтобы у нее все 4 колеса рыли? Да, конечно. Ребят, многие из вас знают нашу легенду Туксон. Он был также полноприводный. Он был, конечно, повыше, но кто шарит за Audi, ребят, Quattro ни в коем случае не хуже, чем Туксон. Поэтому будем тестировать. Пишите вообще в комментариях, ребят, как вам эта машина. Понятно то, что Туксон всегда останется у нас в душе, в сердце. Но все равно, ребят, надеюсь, вам эта тачка также зайдет, вы также ее полюбите. Как относишься к новой истории? Как ты вообще, что ждешь? Вот реально, что ждешь? Диман, я жду того, что у нас все получится сделать очень грамотно и красиво, ребят. Не знаем, насколько там действительно страшная ситуация, потому что лесник выходил к нам на связь. Да, это происходит не все время, ребят, мы так поняли, что ситуация со связью там вообще просто жопа. Да, то есть это реально лес, это лесник, ребят. Поэтому, правильно, Тёмыч, говоришь, я не знаю, что будет по связи, я не знаю, что там будет по заправкам, опять же повторюсь.
но она вытянет. Блин, еще хорошо, ребят, вот да, Диман еще сравнил с Туксоном. Если вы помните, вот эта вот история у нас была, когда мы ездили за 1500 километров, мы поняли, что нам нужна тачка не только мощная, но и быстрая, чтобы туда быстро конечно. Добраться. Потому что на Туксоне мы объехали туда бесконечное количество времени, это очень утомляет еще до того, как мы ввязались в какую-то жесткую историю. Мы очень нацелены, чтобы показать вам новую историю, очень нацелены вообще разобраться с тем, что там происходит. Поэтому, ребят, поддержите нас обязательно, поставьте лайк перед началом просмотра, нам очень сильно это поможет как-то замотивироваться, еще быстрее лететь до новой истории. Не забывайте, ребят, оставлять комментарии касаемо автомобилей, касаемо того, как вы предвкушаете новую историю. Мы прочитаем каждый комментарий, это всегда так происходит, нам очень приятно это делать. Конечно, не забывайте о том, чтобы подписываться на этот канал, потому что новые ролики выходят часто, вы не должны их пропускать. И не забывайте про телегу, да, Дима? Да, мы сейчас ее активно развиваем, ребят, ссылочка будет также в описании. Переходите, нам будет очень круто, очень приятно видеть новых наших подписчиков уже в Телеграме. Поэтому, ребят, конечно же, ссылки все будут для вас в описании. Ну что ж, ребят, мы погнали, а вам всем приятного просмотра. Самого леса, где дом этого лесника, он нам сбросил координаты, сейчас пойдем. И Тёмыч, знаешь, что пугает? То, что связь уже две палочки. Пока еще чуть-чуть есть связь, но мы сейчас как только забуримся еще дальше в лес, у нас не будет ни связи, ничего. Ребята, у Тёмыча сзади все есть необходимое. Угу. Поэтому я надеюсь, все будет хорошо. Но судя по тому, что он нам рассказал, и скоро вы узнаете все подробности, вы будете шокированы, и этот лес реально очень опасный. Ну, я надеюсь, что у нас все получится сделать быстро, грамотно, качественно, все как всегда, в принципе, да, Диман? Да. Надеюсь, мы поможем ему. Да, очень хочется помочь, потому что реально история очень захватывающая. Согласен, согласен. Так, а в какую сторону нам вообще идти-то? Туда, да? Пока по прямой. Угу. Пойдем. Она точка где-то примерно в третьи леса. Вот нам туда и надо дойти, здесь далековато. Ага. Ребята, уже птицы вон поют. Весна начинается. Снега тают. Все, Тёмыч, связи нет. Уже пропало? Уже пропало. Быстро. Черт. Так, блин, Диман, главное не заблудиться и знать, куда потом назад, если что, идти. Ну, смотри, тут есть следы. Кстати, чьи-то следы. О. Я думаю, это возможно... Следы, ведущие к его дому. Пойдем. Да, может быть. Он, наверное, здесь ходил. Он по-любому... Это хороший ориентир, чтобы вернуться обратно. Угу, да, точно. Ребят, несмотря на то, что снег почти растаял, все равно еще довольно-таки... Ага, спасибо. Все. Довольно-таки глубоко. В лесу особенно это чувствуется. А вы видите, я вот, например, уже в летних кроссовках что-то не подумал этот момент. Диман. Иди сюда. Ты видишь? Я вижу, ты, черт побери. Блин. Что стоит нахрен, все в крови, мясо разное, Тёмыч. Мы не можем выложить это в YouTube. Подожди, Тёмыч, это реально YouTube не пропустит. Смотри, здесь все в личинках нахрен. Чё за жесть, и так воняет просто гнилью. Ребят, я не знаю просто, куда мы это можем выгрузить. Давайте в Телеграм переходите, увидите это без блюра. На Ютубе сейчас все у вас будет это заблюрено, потому что, ребят, мы не можем это физически показать, но вы должны это увидеть. Это реально жесть, Тёмыч. И ты понимаешь, это от какого-то животного или что? Как ты думаешь? Получается так, Диман, ты видишь, кровь еще как будто как свежая. Я вижу, в общем, ребят, ссылка будет в описании, переходите на Телегу, там все специально для вас оставим. Но это жесть, я не знаю, слабонервный, просто не переходите. Мне кажется, Диман, это какое-нибудь дикое животное. Я надеюсь, Тёмыч... Потому что видишь, вот это вот мясо, оно лежит
На земле, типа на снегу бы не стал есть там пес или еще кто-то, я не знаю, волк. Никто бы не стал есть на снегу. Оно прям грубое, Тёмыч. У дерева прям. Прям очень грубое. Черт, ладно, пойдем отсюда. Надо идти. Давай уже быстрее доберемся до дома лесника. Блин, жутко, конечно, ребят. Ты вообще это увидел? Я чувствовал какой-то запах, но я думал, он просто как, знаешь... Да не знаю, я просто шел за тобой, и все. Я смотрел, я вижу тут, вот, смотри, вода, видишь? Да. Я смотрел под ноги, чтобы не наступить, и что-то башкой покрутил и увидел это. Блин, ну это трэш, конечно. Да, ребят, мы только зашли в лес, Тёмыч, и уже такая жесть происходит. Я не знаю, что будет ожидать дальше, но если сейчас мы будем на каждом углу видеть такое, Тёмыч, я не хочу реально этого. Я понимаю, понимаю, Диман, я тоже. Очень прям, не знаю, волнует. Смотри, я вообще не вижу. Продолжает вести, Тёмыч, сюда. Это хорошо, эти потому... Относительно старые, обрати внимание, а вот эти прям свежеперерытые по снегу. Честно говоря, немножко напрягает то, что дома не видно. Потому что уже как бы глубоко. Стой, подожди, подожди. Это пока нормально. Но мы типа глубоко уже в лесу. В треть леса надо зайти. У меня уже ноги просто промокли все. Я понимаю, но ты бы из машины сапоги бы взял. Ты что сразу не обул? Да я не знаю, я не думал, что здесь сейчас так. Блин, ребят, реально, вот Тёмыч сейчас не переобулся. Все взяли, я не знаю, я еще хотел из машины кое-что взять, забыл. Просто голова реально идет кругом, хочется быстрее добраться, услышать этого мужика, реально как-то ему помочь, и, к сожалению, вот просто из башки все вылетает. Тёмыч, если сейчас, блин, мы дойдем до его дома, все будет нормально, я все равно думаю, лучше переобуться, как-то еще утеплиться. Да, да, конечно. Из машины реально кое-что забыл, но это чуть попозже, ребят. Ладно, пойдем. Да, надеюсь, этого всего не пригодится. Все, что мы с тобой там набрали. Вроде как, ребят, базовый комплект у нас есть с собой. Но... Что, не видать? Подожди, куда-то? Туда, что ли? Ну, следы идут так. Мне кажется, он здесь ходил. Пойдем туда. Пойдем. Думаю, надо ускориться немножко, Диман. Потому что, блин, не хочется в сумрак попасть в лесу, когда непонятно, куда идти. Что вообще делать? Еще вот эта находка, она меня прям напрягла существенно. Меня тоже напрягла, Тёмыч. Но, с другой стороны, это просто дикое животное. Это нормально. Сами животные между собой этим занимаются и... А, в принципе... О, черт! Черт! Подожди, это он же! Да, точно. Да, ребят, ложная тревога. Тебя. Я вот не сижу, сложа руки. Все, в реальности познакомились. Артём. Блин, познакомились. Приятно. Очень приятно, Ром. Жесть у тебя здесь вообще происходит. Немножко жутко то, что нету связи. Нам немножко непривычно из-за этого. А ты что здесь, кстати, занимаешься? Мы думали, сейчас домой придем, то, что ты координаты сбросил. Я решил не сидеть, сложа руки. Вот. У меня дочка пропала. Я пошел ее искать, в общем-то. Вот, вас не дожидаясь. Вот. Вы приехали, это хорошо на самом деле, потому что такая ситуация, она, ну, да, 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 да. Она требует разрешения быстрого достаточно. Ты нам, конечно, поверхностно рассказал, смотри, ты не против, если на камеру можешь более подробно вообще рассказать, как так все получилось? Да, конечно. Ну, в общем, я работаю лесником уже достаточно давно, уже несколько лет. Сюда мы с семьей переехали года 2-3 назад. Вот, угу. У меня дочка, жена. То есть ты всей семьей сюда перебрался? Да, получается, всей семьей. А вам дом типа дали, да? Да, нам дали этот дом. Вот. И ходит такой, ну, ходил, точнее, слушок, пока я сам это не увидел своими глазами. То, что здесь охотники пропадают. Вот. И последнее время, сколько я хожу, все знакомые, в принципе, перестали в этот лес захаживать, вот эту вот территорию именно. Ага. Вот. Недавно такую картину лицезрел, прям вообще. Это невозможно описать словами. Я видел... человека, то ли зверя, то ли человека, который собственноручно вырвал череп из волка и нацепил, да, на себя. Нафиг. Он прям голыми руками буквально его. Охренеть. Но волк был живой или да, как? Живой. Они буквально вот сцепились, сцепились, типа. Сцепились, да. Да, ну нафиг. Диман, вот он нам писал тогда, вот когда через соцсети, как-то не так до мурашек был, да? Ну, сейчас вот в реальности здесь слушаешь. Находишься, ребят, это прям очень жутко. А подожди, Ром, вот получается фотографию, которую ты нам по почте прислал, это там он уже в маске, человек вот этот или зверь, да хрен. Это, собственно, он... после той ситуации. Я пытался куда-то в медийные сети там отсылать, друзьям показывать. Мне вообще никто не верит. Только я один его видел. А про работу ты сказал, то, что ты ее потерял. Почему? Почему я потерял работу? Ну, меня уволили как раз из-за этого. Потому что все подумали, то, что я сумасшедший, и ничего такого нету. Но дом-то хоть не заврали, ничего. Ну вот. Остался вот у нас дом вот этот, вот, с семьей мы сейчас доживаем свое
Даже не знаю, вот что делать, если честно. Ну, здесь, конечно, реально опасно. Для той же дочери. Вот ты говоришь, пропала. Я представляю, что ты ощущал, когда вот это ходило здесь, тебе никто не верил. А подробности о том, как она пропала, ты можешь рассказать поподробнее? Конечно, конечно. Я охотился недавно, вот, собственно. Тоже вот мясо нужно было добыть уже. Мясо заканчивалось у нас дома. Ну, я недолго был достаточно. Часа 2-3 плюс-минус в лесу походил. И это, слышу, что-то какие-то крики доносятся из дома. Я быстрее зашел, открыл дверь. Вижу, жена в слезах. Дочери нету, не знаю, что делать, непонятно. Охренеть. То есть да. Тебя дома не было, и все это произошло? Да. А жена не видела, как вообще пропала дочь? Может, нет. Дочь просто убежала? Может, вот это то, что ты скидывал фотографии, вот этот человек в маске волка ни при чем? Жена видела. Жена мне тоже сначала не верила, но после этого случая она поверила. Он забрался через окно к нам и, собственно, так же и выбежал. Вот сейчас я вот... Охренеть. Там следы есть. Ну, мы реально нацелены тебе помочь. Мы уже не первый раз сталкивались с подобным. Конечно, вживую мы не видели, как животных человек разрывает, блин, если это человек, конечно, это судя по его картина. Силе, да? Это уже это ужас просто, это невозможно. Это, я даже не знаю, это не человек, это что-то смешанное. Вот смотри, мы стандартно развешиваем много камер, может быть, даже здесь поможет. В дальнейшем мы как-то закрепим на какие-то точки, попробуем как-то сами отследить. В общем, если ты не против, как тогда? Может, согреемся? Да. Да, пойдем. Да, согреем. Пойдем. Слушай, а давай покажем тебе сперва. Мы с Диманом сейчас шли пока сюда. Да. Мы нашли одну штуку. Вот ты говоришь, что он животных разрывает. Посмотри, может, что-то связанное с этим, потому что реально до дрожи просто. Давайте мы такого не встречали. Диман, проведи его, пожалуйста. Вот в ту сторону иди. Да, пойдем. Пойдем. Ну, видишь эту жуть? Вижу. Ну, это нормальная тема. Тут на самом деле каждое десятое дерево такое вот в этом. Давайте сначала домой к нам, да? Потом погреемся немножко, а потом я покажу эти объекты, да? Я реально хочу помочь. Он реально нормальный мужик, нормальный человек. Да, хотя бы это, он адекватный, видишь, он ничего такого. То есть какие-то были сомнения, когда он прислал фотку, типа, ну что это за бред? Голыми руками с животными биться в лесу. Блин, Тёмыч, ну я реально верю. Я когда сейчас вживую это все услышал, ребят, у меня просто до дрожи вот эти мурашки, которые ты сказал, они реально прям очень сильно чувствуются внутри. Да, да, Диман. Я так понимаю, Диман, идти далеко. Да, далеко. Здесь же далеко, да, Рон? Ты просто говорил, третий лес. Это сколько, километров идти или больше? Чуть больше километров. Ага, хорошо. Чуть больше километра. Хана ногам, Диман. Тёмыч, все, я врубил камеру. Ну давай расскажем, что произошло. Ребят, только что отошли от дома Ромы. Не могли там включить камеру, точнее говоря, не захотели, потому что там была жена, испугались, что ну либо она как-то себя будет дискомфортно чувствовать, либо Рома нам расскажет не всю информацию. В общем, мы решили его не смущать и выведать как можно больше инфы, даже без камеры там. Пока решили не переодеваться, потому что, вы сами видите, уже смеркается, и для того, чтобы успеть обыскать лес до ночи, мы решили отправиться сейчас, мы просто там отогрелись, и вот самая главная информация, ребят. Так, Димыч, вот смотри, Рома дал нам компас. Давай. Ребят, сейчас по нему посмотрим. Он сказал, где находятся, короче, места, которые он пометил крестиками, краской. Он сказал, он прям краской мазал на деревьях и помечал места, в которых он видел этого, ну, зверя, назовем его так, да? И там что-то происходило, он его видел там, возможно, там фотографировал. В общем, мы не знаем точно, что он там делал. Мы не стали, ребят, пока дико расспрашивать, потому что реально, как Тёмыч сказал, не хотим... войти в лес ночью. Поэтому мы быстрее и так отказались от того, чтобы переодеться, решили максимально быстро взять все в свои руки и отправиться уже поскорее в лес. Да, ребят, поэтому нужно, давайте до вечера, сейчас успеем хотя бы посмотреть несколько, три точки хотя бы, да, Диман, давай посмотрим. Ну, я думаю, да, он сказал основные как-то по вот компасу идти куда. Да, да. Сейчас одна давай точка их вот посмотрим. Там вот находится, ребят, сейчас туда сходим. Вторая точка где-то в глубине леса, ближе к реке. Да. Вообще за рекой. В общем, мы сейчас все эти точки обыщем. Диман, нам в ту сторону нужно идти. Вообще, ребят, мы посмотрели у него дом. Мы чуть позже, надеюсь, когда-нибудь, Тёмыч, у него камеру сможем включить, чтобы дом показать, потому что это реально, ребят, дом лесника, это очень круто, мы были восторжены. И вообще, он нам показал по карте какая-то огромная территория, там река, тут огромное количество... Да, очень красиво. ...гектаров леса, и мы не ожидали, что здесь реально такой периметр, но это очень круто, и, ребят, это очень интересно. Мы прям предвкушаем найти что-то такое крутое, чтобы вам показать, поэтому мы сейчас обязательно посмотрим вот эти точки, которые она обозначила.
сначала. Угу. Я надеюсь, Тёмыч, мы что-нибудь да найдем. Оставили просто одну экшенку, на всякий случай. Роме прям ему в руки дали, то есть мы не стали нигде ее там устанавливать, ничего такого. О, Диман, вот она, да прям? Да. Быстро нашли, отлично. Вот, в общем, у него экшенка, если что есть, ребят, всегда на связи с ним. Так, Диман, смотри, а он, получается, должен участок метить несколькими, да, такими деревьями? То есть я не вижу... Он говорил то, что там не конкретное дерево, естественно, а периметр деревьев обложен именно в центральной точке и находится что-то интересное. Угу. О, смотри. Вторая. Под так. Тёмыч. Смотри. Вау. Смотри. Офигеть. Дерево все раздолбано. Вот третий крест. Диман, это что? Ты просто посмотри. Слушай, он, походу, реально здесь был. Смотри. Походу, реально. Как ты думаешь, что здесь происходило? Давай, когда вернемся, кроме, обязательно вообще узнаем подробности вот про это место с зелеными крестиками. Очень, ну, слушай, интересно выглядит... вообще, какие здесь вообще обстоятельства были, то, что такое произошло. И он ведь это видел. Может, у него даже фотки есть. Диман, ну выглядит так, как будто он здесь... Как бы это тупо не звучало, это человек, я так понял. Ну, как будто, знаешь, как вот кошки там когти точат. Или я не знаю, кто... Тёмыч, это просто как реально нужно... И что делать, чем так долбить? То есть, ребят, это смотри, очень глубокий. Смотрите, вот я практически всю руку помещаю в эту щель. Покажи, здесь сквозная вообще... Охренеть, да, реально. Блин, дико интересно. Когда вернемся к Руме, я точно узнаю, что здесь произошло. Да, Диман, и смотри, еще одну фишку, видишь, оно прям идет, как бы здесь даже, вот на высоте примерно, ребят. Вот я в полный рост стою и не достаю. А какого он роста-то? Я не знаю. Черт, Тёмыч, дай компас. Давай не будем медлить, уже темнеет. Я хочу посмотреть как можно больше мест. Если здесь такое... Стой, он следующий говорил на север? Да, сюда куда-то, да. Тёмыч, туда. Пойдемте. Диман, надеюсь, нам повезет и следующий так же близко. Но вроде как река находится далековато. Придется туда долго чапать. Да, тогда, наверное, давай. А чуть позже включим камеру, да? Да, давай. Ребят. Тёмыч, я слышу шум реки. Да, Диман, походу мы близко. Так, пойдем. Я уже запыхался. Да, прошли мы много. Ребят, в лесу становится все темнее и темнее. Ты запасные аккумуляторы взял для камеры? Ну, один есть в сумке на всякий. Если что, потом у него попросим подзарядить. Да, да. В любом случае, я тебе говорю, вот три точки надо хотя бы посмотреть сегодня. И здесь опять следы ведут. Ой. До темноты, говоришь, да? Ну, хотелось бы, да. Чё? Два крестика. И третий крестик. Погоди, дай сниму. Ребят, надеюсь, вам хорошо видно. И на этих двух деревьях тоже вот крестики. Вообще ничего. Там что-нибудь есть, Диман? Может, животные какие? Вообще никаких следов побоев, я не понимаю. Если то дерево было раздолбано, то здесь почему, Тёмыч? Вообще, он же неспроста их отметил крестиками, правильно? Да, да. Мне дико интересно, когда мы вернемся в дом, спросить у Ромы, почему то или иное место он помечал. Тёмыч, он здесь! Беги, Диман!